В Караганде лучшим врачам года вручили премии акима области. В сфере здравоохранения в регионе работают 15 тысяч человек. Лучших ежегодно выбирают по 10 номинациям. Все подробности в следующем материале. 5-6 сложных операций в неделю 32 года подряд. Онколог Кайрат Шакеев в этом году признан лучшим хирургом Карагандинской области. Это, я скажу, во-первых, труд не мой личный. Здесь труд моих учителей, профессора Лоховского, Мурбея Дурханса Жумакаева, которые меня учили. Ну, это хирургия, это коллективный труд. Это не один человек делает, это коллективный труд тех хирургов, ассистентов, которые мне помогали. Это совместный труд. Я им благодарен. Это не только моя заслуга. Медицина в Караганде традиционно одна из лучших в стране. Ее неизменная база – один из сильнейших медицинских вузов Казахстана. В клиниках региона регулярно внедряют передовые технологии диагностики, лечения и администрирования. Потому ежегодное чествование врачей и среднего медицинского персонала – это значимое событие. На сцене лучшие терапевты, акушер-гинекологи, педиатры, медсестры и менеджеры здравоохранения. Всего 10 номинаций. Местные исполнительные органы делают многое для укрепления материально-технической базы медицинских организаций нашей области. Выделяются значительные средства на приобретение своевременного оборудования. Улучшается инфраструктура. Проводится обучение специалистов за рубежом. В ближайшие 2 года в регионе планируют построить 92 объекта здравоохранения. Это самый высокий показатель по стране. Глава области отметил, что средства, выделяемые на развитие отечественной медицины, ежегодно увеличиваются. Ну а начало Зарин Зулпыхар, Караганда, Хабар.